Так, надо одного твинка выселить. А кого это мне выселим? Потому что сейчас идет. Слушай, а давай Алмери на замене посидит. Так я на Алмери иду. Ну, я могу на ней на замене сидеть. Ну, сидит на замене, а то... Блядь, а там компот, блядь. Чё с вами ДКшки делать, блядь? Вареда, блядь, переполнена, охуеть. Не смогли мы с пугами закрыть чемпов 25-ки. Я смотрю приор, у кого ниже приор, тут идет на замену. Так бы, по-честному, все равно ничего не получается. Так. Совок на замену. Компот на замену. Так это ж Мейна, нет? А? Это ж Мейна, нет? Компот, да. Мейн. Ну, он мейн танк. Если можете карася в хил или кто-то. Да, да, кикни, да, я могу на замене посидеть. Пусть идут ребята. Так, блядь, понимаешь, они ничего не получают, у них нету приора. Толку мы сейчас идти. У меня тоже нету, это твин. Они сейчас могут просто полутать ИП и пойти с пугами закрыть. И полутать с пугами могут. Это с Димон Роллом, кстати. Как вариант. Не собираются рейд. Вчера Елу собрать, нихуя не собрал. Людей не хватает. Проходку надо. Типа мне не критично, если у Кару есть спек, пусть он типа похилит, пусть он лок наш пойдет. Ну а, блядь, пятый хилд я вызру. На этого самого, на Ик. Ладно. Просто там этот. Нормально все это? Ну, конечно, нормально, что ты выживаешь. Ладно. Так, и глав хил, ну это хил, это он на замену не пойдет. Джонни, откуда такой Джонни? Сильваныч. Иваныч, у тебя тоже ИП на трике мало. Поэтому. Так, Сливан, ты тем более ты твинк твой еще. А если бы мейн был, то. Так слышишь, ты на Алмере на замене посидишь, нет? Ну, я могу посидеть на замене, я же сказал, мне не критично. Ну что тогда, значит, давай таким составом пойдет. Все, я либо, зря. Либо рольте с Розом, чтобы все было по-честному. Джуня и Роз. Рольте. Пойдет сейчас рейд. Просто извини, пожалуйста. Ничего, прощаю. Ну я могу Розу уступить, если он хочет. Можем сейчас забрать скорый. Я еще потом вас передамажу всех все равно. У тебя ИП хорошая, поэтому. А, подожди, сейчас я посмотрю. У меня там 1000 с копейками. А, ну да. Роз, Кубо, предлагаю собрать свой рейс с Блэкджеком и шлюхами. Так мы уже Ну, есть что, кстати. Кто будет шлюхой? Кто будет шлюхой, пацаны? Днем, либо в среду днем я смогу пойти с вами с пугами. А, это всегда же, да? Какой завтра работа? Да похуй, бля, ЕП полутаем. Х2 же, да, за замену? Двойное ЕП, правильно? Ага, сейчас. Это тройное. Все, договорились. Тройное. Меня устраивает. Все, тогда значит, на Алмерию я кидаю замену и на это самое Роза Тинка. А ты Роз не будешь снова играть вообще, на всякий случай? Буду. Но типа так, третий рейд какой-то условно. Для пуга рейда побольше. Ясно. Так, ну, бля, почти... лок уже дамажит больше, чем чувак. Какой смысл с нее? Так, танки, значит, я компот, фиксик ДД. Так. Компот, у тебя ДД шмот есть? Нету. Хуёво, у меня... Хотя, в принципе, иди на магике в танке. Смотри, я сейчас еще на две пивы зайду. Да, на кухне кушать. С племянником пельмешки сделать, и сейчас буду. Какие пельмешки? Две минуты. Называй адрес. Донт быстро лепит пельмени, прикиньте, за две минуты тупо пельмени слепит. Это как этот мем видео-то, как освободить парня за две минуты. Есть ли эта хуйня, нет? Да. Вот,
Я, кстати, посмотрел ролик Сируса, вот последний. Что-то я на арену захотел. За ролик. Посмотри, он у нас же есть, но все Сирусы. Хочешь поиграть протовар плюс протопал, как я стап? Два протопала должно быть так. Не, надо шмотки поубивать на... Два протопала берется спокойно. Не, кстати, можно попробовать. После... А, после РТ я второй. Это я шутки шучу. Не, почему? Я с это самое играл. Я понимаю, но у меня этот... С кем играть, когда будет желание. Нету сейчас вообще ноль желания играть эту арену. Ну, а так я с ММом играю. А хули ты там мне предлагаешь, скажи, пожалуйста? Хочется мне предлагать тебе. Ну так и все. Если. Ну и все. Базар, то не надо ничего предлагать. Так. Господи, Бьёрн, я, если что, на паладине своем, пока Коржан пошел. Хорошо. Ну, если что, просто в чат гильдейский, либо в дискорде анонс, я увижу. Я, если что, передамажу здесь половину рейда, меня кикнули на замену. Ну, ты блоком, блоков передамажишь. Ну, я каю, можешь передамажить. У меня 227-й так-то лок. Сапчик. Нет, мейн. Хочешь, я тогда пал в мейн, типа, лока для них сделали. Так и какая разница, типа, мне без разницы, какие у них там мейн. Ну, профит тем, что у нас паладинов мало, поэтому ты можешь пользоваться моментом. Пользоваться моментом что? Я топ по ЕП, топ по приору. Я заберу что там, что там. На локе точно. Блять, я столько так редко не ходил, что у меня обновали, что у меня, блядь, ЕП вообще нулевое ставил. Хорош. Надо что-то лутать быстрее, блядь. Танки. Пошлите вниз. Тактики кто не знает. Плюс увеличай ставим. О, ну все, кикай. Сразу меняй на меня. Подожди-ка, я тебе сейчас ГП дам за дезинфу. Изука, ты в натуре не знаешь? Давайте серьезно. Изука может не знать, он не играл на X2. Вот эти люди сейчас будут кубы называть, не знаю. Я сейчас научу все. А, ну нормально. Кстати, это разумное решение. Вы из огня выйдите, пацаны? Посмотрим это самое. Мастера дайте на голову захилить. Не выводите пока сюда. А вы не стойте в огне, блядь, чтобы не изучать сюда. Я в танке просто, мне похер, я урон не получу, не чувствую. Ауру на огонь поставьте, ползи не бой. Алло, слышно, нет? Раз, два. Да. Я микрофон выключил. А, я же говорил, сейчас я этот перекурю. Это при чем тут перекурю? Ты флудил. В смысле флудил? Звуки были, что ли, из микрофона? Звуки. Странные звуки. А, понял. Как будто дети разговаривали. Так, сейчас, ребята, действительно, кто не знает тактики? Плюс весь чат. Кто действительно не знает тактики? Дон, ты чё, ты тоже был? Дон-то не было, да. Слушай, я на X3 когда-то там что-то там делал, и напомни просто. Короче, ладно, я сейчас вас всех на кубы поставлю, кто не знает. Я помню, что кубы надо нажимать во время каста, босса бить и не умирать. По-моему, нормально. У Донта на любого босса такие тактики. Так, короче. Г-снайп, твоя метка череп была. Кто второй у нас? Айнон. Ты у нас милик. Ты на квадратик. Так, Дон, ты на трусах. Мягко, это Лидл не был? Не было, я только стрим смотрел. Пометка крест.
Так, остался у нас луна еще. Таргор, ты у нас на луне будешь. Выключите микрофон, у кого дети там. Это я сейчас перейду в другую комнату, подождите. Нет, тебе можно, извини. Одну минуту АФК, ребята. Что мы на кубах делаем? Расскажите. Там, короче, босс будет кастить в какой-то момент. Да, по ДБМ должно написаться, когда. Мне нужно ДБМ, я его еще не скачал. Все пять человек нажало одновременно куб. И если все пять человек нажмут, или сколько там, 6, 7? А там прям одновременно, или там хотя бы полсекунды? Ну, там, когда нажимаешь, появляется луч. Типа, нужно, чтобы 5 лучей okay. Ну, 6. Значит, типа, во время каста в него должны прилететь все лучи. Да, да, да. Так, Таргор, okay. Если ты вылетаешь, то, пожалуйста, ну, не иди в рейды, потому что есть рейды, которые не нужно вылетать. Если ты не уверен, то посиди на замене лучше, я возьму другого человека. Если уверен, то, ну... Что-то донт будет стоять на победа? Да. Значит, еще раз повторяю. Череп у нас ГГ-снайп. Луна у нас Таргор. Айнан у нас Квадрат. Крест у нас Дайда Мягко. И Дон Трусы. Короче, смотрите, в чем суть. Сначала взливаем мобов этих. Так, по мобам компот забери этого Дед Череп, крест и на себя забери, короче. Потом я заберу всех остальных. Дуат, сядь, пожалуйста, на метку, где трусы, позбиваем у косты. Я позбиваю луне. Компот, ты черепу. Айнан, ты по крестику сбивает косты. И по квадратику у нас позбивает Диабло. Косты сбиваете, там есть отхиливающие и шадовболты. Шадовболты перелетят сбить, они очень больно бьют. Дальше будут появляться мобы, их нужно либо контролить, либо заливать. Ну, вызовем бомжей, будем их заливать ОЕшкой. Дальше активается вторая фаза, босс ставится за стенку. ДК я поставлю, увидишь, как он танчится. Под рожей у боссов не стоим. Стоим сбоку, я его поставлю в бок, увидите. Стоите, дамажьте спокойно. Команда подойти по кубам. Вы идете к кубам, но не жмете. Ждете команду, когда нажать кубы. Там ДБМ у вас пролет, либо я крикну. Нажали куб. Держим и ничего не делаем. Просто тыкнули правой кнопкой мышки и стоим, ждем, блядь, пока не закончится каст. Когда будет мало хп, опустите кубик. Подвигайтесь там, либо что-нибудь сделайте. Донт, прежде чем как брать кубик, убери с босса таргет, чтобы автоатака не летела, чтобы не сбил то самое. Босс. Все, давайте, почему. Самое главное, на кого истерию? А мне... Да, я не знаю, Донту, наверное. Дайте рыбу. А я в босса же играю, да? То есть я дамажу. Ты играешь босса, потом по команде... Окей, хорошо. По кубам вы пойдете кубиком. Сейчас я рыбу возьму. Окей. Я не ту рыбу взял. Так, сейчас я кубик. Уже поставили. Ну, хавать рыбу. Саш, насколько я помню, здесь кубы прожать вовремя, типа, ну... 90% вина босса. Босса. Типа, если прожарит, то все хорошо. А зачем ты ставишь тех, кто вообще не шарит? Ну, я здесь сказал, что ничего не помню, ты мне на самое сложное поставил сразу. Просто, блядь, ну, скилл проверяют, ну, как игроки реагируют. Если хуёво, я их мейнрейд... Да, там легко, на самом деле, серьезно. Давай, чё? Могу тебе алгоритм действий могу рассказать. Расскажи. Дом просто на замену будет сажать. Они, я же сказал, ты берешь это вот на череп и крест, а остальных я заберу. Играйте точно через ауешку, ребята. Войд, готов? Купоп, давай это алгоритм, что мне делать? Давайте, я тебе объясню, Донт. Команда, подойти к кубам, подходишь к кубу, нажимаешь кубик, нажимаешь куб. Просто пару нюансов. Смотри, Донт, на боссе ты не должен особо через куб бегать, через лучину. Вот на платформе на самой стоит, ты стоишь, типа, за ней. Босс регулярно будет откидывать тебя, откидывает он тебя в стену. Откидывает. Тебе не нужно просто через куб проходить. Когда тебе говорят, приготовились к кубам, ты вот так вот подходишь к кубу. Когда видно, ну, в таргет фокус можешь назвать, ну, взять босса, чтобы взял босса. Угу. Да. Подходишь, куб будет тыкабельным. Ты подошел один раз, типа правая кнопка мыши, тык, все, он кастует. Тебя хилят до конца, смотришь на свой хп. Мало хп отпустил, если прям критично. Вот и все.
Так, еще я не буду. Когда активировано 5 кубов, у босса входящий урон увеличен в 2 раза. Так что держите кубы до конца. Если мало хп, отпускайте сразу, чтобы сдохнуть. Все, все готовы. ДК запускай. Дуат, ты первый бомжей сдашь, если что. Я скажу тогда. Сели на мобах, который я говорил, с басика сты надо. Бомжей, два, давай. Косты прям обязательно сбивайте. Бейте, блядь, точно на лоб, блядь. Какой, блядь, это самое? Град ливень, блядь, играй точно просто. Быстрее зальем, быстрее мобы не будут респавниться. Фикси, дай бомжей. О, блядь, еще один рак. Еще один, блядь. А уешились, товарищи? Диабло, бомжей дай. Блять, пол рейда нахуй упало. Кастер, отойдите лучше от рейда, блять, иди ебашься лучше. Лучше, блядь. Мабам, сбивайте костер, надо. Давайте быстрее добивать этих големов и разрезать эти людей. Все, рез давали, у нас 20 секунд есть. Резы дали, быстро. Все, все, кто имеет рез, отрезайте людей. Все, резайте, резайте, резайте. Прости, срез никого-нибудь. Сейчас перебафайте людей сейчас по-новому. Кимсика еще резните. Все, фулл баф дали по рейду. Быстро. Мне в бладстойку переходить. Все, ты просто бей босса там и все, больше ничего не делай. Под ебалом не стоим, сейчас его разверну. Все, в бок стали, два к стеночке прижались. Пять, милики. Бимажем. Так, у нас там Брогер вышел с ебала. Бейте пока все. Я скажу, когда подойти к кубам и тыкать их. В лужах не стойте. Сейчас откидывание будет. Подверну его. В бок и уходите, чтобы под лицо не то самое. Продолжаем бить. Так, когда будут нажиматься кубы, дадим геру. За 15 секунд даже до кубов дадим геру. И бусты все оставляйте под геру. Вот кубов зачем ты? Потом глав хил, потом глав. По кубам стали своим? По кубам стали. Ждем команду нажать кубы. Клапин треть получит ГП. Жали, малышка, жали, жали, блядь. Сука, луна нахуй. Кто там на луне у нас? Торгор, блядь. Еще один затуп нахуй, улетаешь, блядь. Кто из нас слабее? Кто казывает при этом? 200 или 300 ГП, я не помню. Сейчас я сотку сниму. И потом такие люди хотят пойти попасть в топ рейд, блядь, в героический режим, блядь, где там надо более... Вот один на замену, рост на диврейд. Дуат, я все озвучиваю, тем более он не вылетел. Я ведь вам даже рассказал, как это делается. Элементарно, блядь, подойти, блядь, по команде и тыкнуть куб по команде. Просто, все, да, блядь. Это очень сложно, блядь. Это очень сложно. Просто даже если он, типа, просто нажал и отпустил, типа, каст будет сбит. Еще, ну, такое. Слабо. Я сказал, держать до конца кубы. Блядь, Торгор, я тебя назначил. Все. Ты исполняй то, что тебе говорят, они кимсики всякие. Ну.
А что ты кимчики нажал, если ты видел, что это самое? Взял бы я поставил человека. Ну. Пишите мне, блядь, в личку, я речат почти не читаю. Есть какие-то вопросы. Есть, блядь, войс, нахуй, скажите в войсе. Вообще, блин, просто я в шоке от обычного действия, что вы не можете сделать. Я боюсь представить, что будет в греческом режиме, там, целка там уже сам. Там, блядь, бегать надо по 300, нахера где. А вы элементарно не можете сделать. Ну, точнее, один человек. Вроде остальные все нормально все сделали. Идеально ты тут? Так, еще раз по костам. ДК сбивает косты черепу. ДК, который танк ДК. Дуат, сядешь на крест, забьешь. Нарзик, сбиваешь квадратику. Кимсик, позбиваешь луне. Я позбиваю трусам. Все, раздали бафы. Я бы сбивал квадрат, могу также подбивать. Все. Так, так, значит, Дуат, ты на квадратике будешь. Проверим твою реакцию. Ой, не на квадратике, а на луне. Луне позбиваешь косты, нажмешь. Все, хочу на пол. Дайте масс баф 300. Все, все готово. Запускай ДК. Так, ну, это самое. Локи там и кассы, кто уешит сильно, лучше не стойте под мобами и под этим. Они очень больно бьют. Хила снимите, мама. Косты режем. Режем косты. Кобом же стали спустить сейчас. Кобом же стали. Меня? Давай, 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 давай. Давай, бомж, давай. Големов пока не уешьте, потому что они шотают кастеров всех сразу. Сейчас все красиво, никто не умирает. Сейчас не особо их не баньте, их нужно сейчас залить, чтобы нам разрезаться. Зубка, блядь, стоит. Вот кто-то умер. Три человека умерли. Блядь, танка сложила, пиздец. Вы можете зажимать роги, если на вас. Давайте, давайте, пиздите. Там компот тоже позабираем бог по возможности. Это у меня три моба силы и просто пиздец. Ты тут, блядь, Дон, ты чтоб ты знал, в том рейде в первом мы в одного танка шли. Ну, ты стоишь в мили-зоне, там, не знаю, где ты там стоял. Пытаешь отойти еще, чтоб я тебе переягнул с тебя. Ты да, уедешь. 10, 10 секунд она стала. 10, 10, 10, 10, 10. Вижу колесо. Все, всех колесует. Сразу резаемся. Сразу за баф дали. Тебе баф, 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 баф. Ну подставь его, как я ставил. Теночки туда. Все, ставь его в бок. Не туда, не ту сторону, блядь. В ту сторону? Да, вот, 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 вот. Еще ближе к стеночке и прямо в бок его. Вот так вот, все супер вообще. Ози, ты где стоишь? Там лужи стоят? Не входите в них, пожалуйста. Дайте гимноману. Приготовились к кубам подойти. Подходим к кубам. Ждем команду нажать кубы. Готовьтесь. Беги, малышка! Дуат, ДП. Дуат, ты тут? Дуат, ты тут? Да, я здесь. Ну, тебе КП, блядь, спускайся.
смысле, куда спускайся? Да ебаный рот. Ты вообще, блядь, слышишь, что я тебе вообще рассказываю? Кому я рассказываю? Я его назначил на путь, да. Блядь. Тебе видишь меточка Луна? Где ты должен быть? Ты мне сказал, у Луны позбивай косты, у моба который. И, блядь, эти про моба... Моб уже мёртв. Про моба? Я у него все косты позбивал. Вообще ясно. Кебаба есть на тех кто-нибудь? Ты как взял кебаб? Да я под этот, ну, под лужей начал себе, ну, дебаф словил, начал себе хилить, и началась отброска. Кару, подними кебаба. На Луне. Меня на Луну, получается, бежать, что ли, на... Да. Подошли к кубам, ждем команду. К кубам подошли. Блять, на Луну иди, куда ты, сука, побежал, блять. Ой, блять, еще один кару, ГП, блять. Сейчас откидывание будет, после откидывания будет каст босса. Готовьте сбивать каст. Вы сейчас никто не хилит, будьте осторожны, ребят, на кубах. Беги, Жан. Малышка, беги! Держим. Если мало хп, отходите. Опустили кубы по умам. Крас, подними кару. Кару, подними кебаба. Если кто-то один уже отпустил, то остальные не держите, уже эффекта нет. Да-да-да. Кстати, да, забыл сказать тоже. Спасибо. Слушай, а фаза с потолком там же показывается, куда он падает? Да-да-да. Так, еще сколько? Нормально, еще дети. Подошли к кубам. Шаман и Геру дайте. Беги, да. Малышка, беги! Держись до конца. Отпустили. Ну что, сложно, босс? Ребят. Да. Пиздец. Вообще-то тут косты кикают, чтоб ты знал. Я пытаюсь тут коснуть испепеления, он мне кикает его. Вообще-то довольно напряжно. Еще два раза надо будет кубы нажать, и все. Можно даже один. Кстати, ты хотел меня на замену посадить. Посмотри, какой я в рекаунте. Так, блядь, все нылы передамажил. Подошли к кубам. А, нылы передамажил. Да, ты смотри, ты вообще можешь вот так вот стоять, и вот я прыгаю, видишь, вот отсюда бить. Вот. Там под ДБМ тебе показывает, сколько вспышка огненной звезды осталась. Вот. Все, подходи близок к кубу, сейчас будет, надо будет нажимать. Это команда в основном для кастеров, на реке вообще. Беги, пожали. Малышка, беги! Держим. Все, отпустили. Потолок рушится. Сейчас самое главное не стоять в брушном потолке. У вас там шок не будет. Видите, там больше только группа такая вот. Захил по реду, дали. А один раз надо будет кубик нажать еще. Все. Потолок, видите, где падает какой потолочек? Там не стойте. Сразу шок будет. Идите подальше, чтобы привет кидание вас туда не забросило. Так, 25 секунд. Так, кто у нас стоит в этом, блядь, мягко? А, нормально все. Все, по кубам встали все. Да, тебе стоит ДБМ, ты видишь спел, вспышка огненной звезды. Блядь, скачай аддоны нахуй, чтобы у всех, блядь, на следующем мотке были аддоны. Я проверю. Скрин я сделаешь. Готовьтесь. Сейчас после откидывания, возможно, сразу уже будет кубы. Ждем команду. Показывает ДБМ сейчас. Сейчас он покажет. Ждите. Ждем. Возможно, тайминг сбился. По-любому сбился. Беги, Жаль. Малышка, беги! Все, добивайте босса, держите. У тебя не то стоит ДБМ. А Сливаныч, какой там ДБМ должен стоять?
От Алекса. В Дисе есть он. Там второй по счету. Там в Дискорде, там Диадона канал увидишь. Включаешь. Все, идем дальше. Его учить нахуй липало, Сальс упал. А ты, кстати, сейчас полутал с этого, да, щит? Корнес. А, ты же тогда с Корнесом нет, вреди, чё я. Мейнспек в ульте. У кого приор выше, тогда забирают. Да, гераж забирают. Просто помни, поскольку ГП. По 150 ГП. Суза, шатрат поставь порт, пожалуйста. Да, 150 за пучку. Спасибо. Напоминаю, что будет этот базовый ГП уменьшаться до 300. Да. О, а чё так? А пухи при чём у нас, напомню, раз? Стря какие? Двухручка. Не-не, донт, после этого, после рейда. Сейчас же изменится приор, если упадет базовый. Ну да, ну я же говорю, после рейда. Да, сейчас я сам рану. Сейчас, я смотрю. Это сразу щит зачарит. Ну, спасибо, чантеров у нас чантеров. Так, ГП за шмот. Пухи двуручные 400, одноручные 250. Варжи звонит. Так, ГГ-снайп 9.2, да? Если не ошибаюсь. Да, 9.2 у него. Так, ракен у нас по 400 или по 300, не помню. По 300. Так, глава Тиридона, мы ее по роллу давали на прошлом рейде. По ГП. ГП, окей. Поехали. Так, а там наказ? А, ну я уже приворю пролёте. А, мне ж честно нужен, блядь. Мне ж успех не надо будет. А так. Сколько ГП за палец? 150. Это обычная шмотка, как бы, 245-я. Кози Хантер заправился. Бигбок не один, Кози Хантер на что-то винь зашел. Два я себе скину, потом тебе передам. Все, идем дальше. А камни в ГБ идут, если что. Ооо, хуя себе, два садолика. Камни будут выдаваться очень-очень хорошим игрокам. Вспомните, пожалуйста. Так, сейчас я потанчу туда этого. 2К стоит, почему не хуя? Не, за 2К можно купить. Ну, за 2200. Блять, я, сука, еще не выбил себе чарку на... Блять, как его... На Fire Resist, блин, на запы. Черт. Единственной школы не хватает. Надо потом пофармить будет. Там как раз этого короля, блин, с Fire Resist хорошо танчится. Саман тебя бьерну тоже. Так, Узи Хантер, ты там начислил тебе ГП? Нет, не начислил. Сейчас начислил. Ты базовый рост изменил, да? Нет, еще нет. После рейда. Он уже изменит приор. После... Именно после рейда, да? Ну, не после этого рейда, а в конце, когда закончится рейд, типа перед срезом. Я понял. Перед срезом все. Окей. Язык гаснет.
А он может хочет только с ренегатами пообщаться. Есть у кого извечная вода? Извечная вода. Nope. Кристаллик, типа вот тут. Не-не-не, извечка. Вначале хочу это самое сочетать как себе. Плащик на Fire Resist. Настя, дай, пожалуйста, я куплю у тебя. А как при каунте скинуть кому-то этот? Ник водить надо там. Где в этом, в details, точнее. Details тоже, по-моему, на если ты в ПМ хочешь. Нет, поделиться кому-то. Компот, забирай двух мобов. А там есть. Результаты отчета там, справа вторая иконка. Сюда нашел. Заберите моба, пожалуйста. А вы его не бейте. О, все. Ну я не уверен, что это то, что тебе нужно. Но ничего другого у меня нету. А там с этого вообще прям печально все. Ну в плане там нечего. Тоже 4 бега. Ну так вот. Так, я одну минуту АФК. Сейчас убегу. Мне нужно, короче, чтобы мне потом кто-то помог настроить details, чтобы он у меня не багался, когда я умираю, он начинает непонятно что считать. И еще что-то когда-то. Но когда я с боя выхожу. Только твой DPS. Ну во а можно как настроить, чтобы он считал все? Ну тогда смысла от него не будет. Не, ну кто считает рекаунты скада, они абсолютно не работают на Сирусе. А Details считает эффективный твой ДПС. То есть он показывает тот ДПС, который ты внес. Я понимаю, но где мне нужно, чтобы он посчитал мне все полностью. Вот типа, когда я умер, например, этот, чтобы он хотя бы продолжал считать тиммейтов моих, а то он перестает считать моих тиммейтов, если я умираю, условно. Надо глянуть настройки. Да, у меня рекаунт... есть глянь, но я типа решил попробовать сервисе. Этого. Ну, так я посмотрел, скажу. Типа, нанесенный урон, что в рекаунте, что в Details, совпадает... Там в 99% случаев. Рекаунт для тех, кто хочет свое самолюбие потешить, потому что он считает там наоборот, один, это details намного выше. Да, details намного выше показывает. Details тебе прям четко все просчитает. Рекаунт считает общее, включает моменты твоих перебежек и прочее. Он берет среднее, усредненное значение. Да, Скада считает так же. Ну, я же говорю, типа, details в этом плане, типа, для чего... Все, тихо своими details'ами. Так, по меткам. Так, я танчу двоих право, фикси два в танка тоже. Капот, забираешь короля Мугора. Метка печенька. Ставишь его вот, я бегаю сейчас. На кого соскинешь? Не знаю, на хилакин кого-нибудь. Здесь вот стоит Санчишу. Заберешь, поставишь. Там три друида по друидам раскидайте. На карте. Слепоглаза и Кильгера танчат у нас фикси, там танчат, там где они стоят. Двух левых этих. Так, заливаем сначала череп, потом крест. Локи, вас тут много. Вы можете, короче, когда выйдет пет локовский, вы его под свой контроль берите и дамажите. Они очень хорошо дамажат, по-моему. Причина.
Так, Донт, напулишь меня в крест. Ози Хантер, напулишь меня в череп. Поехали. Ауру Fire Resist обязательно тыкнуть. Коня уберите, Fire Resist поставили. Бегом. Играем в череп. Мобстопом спеллбаунт хил меня. Гера, зайца лучше. Моба в контрол взяли. Боки. Переключить можете, нет? Все, бейте. Череп. Протест какого хуя ТО мобил? Скажи, пожалуйста. Меток не видишь. Крас Бэр танка быстрее. Крас танка Бэр. Фикси за таунте. Верно прохило. Верно прохило. Бог за контроль. Нормально сейчас. Возьми зеленку там. Сейчас забрал босса. Ну, мобы бегают, у нас 4 лока, ребят. Бля, чё он откидывает обилку? Так же далеке. Ну что, там локи сильно дамажит мобы эти или нет? Я не знаю. Нормально. Ну так а что ты не контролишь? Я тебе сейчас тоже тебе ГП выпью, блядь, просто. Ну что, я не был готов, что нужно контролить. В смысле ты не был готов, блядь? Чё так долго, пацаны? Потому что долго, блядь, блядь. Потому что всякие розы, нахуй, не контролит мобов, нахуя, блядь. Давайте. Корни били первого босса, блядь. Мы мага убили. Мага первого убили. Гимноману, дайте. Бейте сначала... Сейчас поставим череп. Бейте череп. Отхиливай просто. Сейчас пока ГПшки раскинул. С таких, потому что он пробивает очень сильно. Он, бля, вёбает по 40 тысяч. Да там ещё без... Ну, этим... Там 4 моба. 4 моба на спавне, это всё. У нас локов сколько? 6. Раз, два, три, четыре, пять локов, шесть. Берн, я брал моба под контроль 4 раза. Он постоянно, ну, пишет, что, типа, ваш демон разорвал цепи. Mm-hmm. Ну, я одного и того же пытался взять, он нихера. Туда бан можно дать, 4 бана. Ну, если что, носить. Не, они не банятся, Лема только банится. Да банятся они, ребята. Демон, они банятся. Ладно, у меня в него бан не проходит. Демон, это демон, он банится. Кидал в него бан. Значит, он слетает тоже. А разве это цепуха сбивается у него это? Угу. Интересно, интересно. Но и в других серверах один сбивается. Так, а почему только мне ГП? Почему тебе? Я всем дал. Нет, ты сказал мне. Ну, точнее, мне только дал. Нет. Всем локом. Почему всем должен давать какой-то тренер? Ни одного моба в МК не было. Тебе схуяли. 3 моба было в МК, блядь. Да как так? Не было. Посмотри на детейлы с Неллы и меня, Джонни. И посмотри, что там надамажило. Все, смотрю. Ш, 13 кдпс дает. Ой, 13-го. Thank you.
Кстати, на Хэмке то же самое будете делать с этими мобами. Тоже брать их под свой контроль и... Ну, локом въебывать прямо. Но с локов до хера, там ДПС будет. Найдут тоже собаки дома. Подошли милики. Только она трудна. А чё при вихре Микипчи стоит в мини-зоне? Микипчи, ты же вроде тактики знаешь, это у босса. А, при вихре отбегайте, если что. ДК, а почему нет горна? Потому что тотем стоит, наверное, нет? А вот апсуки у нас? Ну, это энховский тотем, вообще. А кто у нас? Тотем? Нет, это не энх. А, нет, подожди, у нас энха нет. Ну, я сейчас подумал тотем. Не знаю, значит, они одинаковые статы. Обычно статы ставят, ну, если статы выше тотема, то будут горн ДКшны. Так вроде у горна выше статы, нет? Сейчас я тут перепроверю шумана. Я типа, ну я не знаю, кстати, там горн апается или нет. Какая горн дает там? 155. А за там? Ну все, значит, не апается, значит, не одинаковая. Чтобы со 100 щит упал, было бы вообще идеалити. Там топор на фурика хороший падает, кстати, смотрю. У нас фуриков нету, я сегодня ПВП, наверное, заберу туда. Отошли, милики. БДК есть. Ну да, точно, у нас два БДКшника. Фиксит, я заметил, какую ставить? ДДшную или танковскую метку? Ладно, да хорошо. Песните, пожалуйста. А это у меня лагает? Да. Башка. Никому я не нужна. Так, запад. Блядь, откуда тебе дуэт такой пёр большой, скажи мне, пожалуйста. Блядь. В рейды часто хожу. Не так часто, не так часто ходил раньше, помню. Охотник, ДК, маг, чернокнижник, плеч. О, Донт ворвался с этой двадцаточкой, блядь, ёбан, блядь. Что? Где карась умер? Бля. Да ладно. Так, ребята, по поводу этих громил, которые вы видите, видите, с топорами, не перебивай, пожалуйста. С топорами, когда вы видите этих мобов, они, когда делают чарж, сразу стопайте урон, потому что огроз кидается в ноль. Все запомнили? А чтобы не было чаржев, нужно под жопу подойти всем. Давайте все под жопу подойдете все, чтобы чаржа не было. А сейчас ГП дам, кто, блядь, стоит сзади рейда. Хант можешь там, ну, на расстоянии немножко бить и хватит только. Таунти, компот, таунти. Чё ты стоишь, блядь? Еще ближе подойдите. Это маг Аркан, Суза. Если Аркан тебе в Суза сейчас зачашивает, тебе ГП там. О, кстати, на их дизайн работает, можно давать. Так, Фикси, можешь ДД спекаться, в принципе, к мир танки уже не нужен тут. Угу. Так, тогда, может, слушай, может мне компот, не, Фикси в первый рейд отправить на танки. МТ-шел там. А вот ты в своей побегаешь там, наверное. В первом рейде. Я еще примерно распределю статики, кто какие будут. Точно знать. Это который вчера был? В смысле, вчера? В четверг он был. К
Компот, забери ее. Ага. Компот и хит, там жестко. Ближе встать себе, чуть-чуть. Респект делать уже на дрёпку, все просветает. Вот на первый, на когда Накс был, да, то не так сильно ебашил. Сейчас я смотрю. А ты зачарился даже? Есть, ну, спину и руки уже. Не-не-не, я еще ничего не чарил. Откуда у меня руки сейчас, блядь, мало? Я сейчас на мага все запускать буду, на основной чарке. Не, в принципе, я регов куплю. У тебя есть, кстати, танковские? У кого есть танковские реги на инчанс? У меня на руки есть, вроде, да. Руки, да. Что там, угло задает и хп, да? Если не ошибаюсь. Станьте ближе. А, ну лучше не становитесь, надо их наоборот. То есть это темы на трепет от шамана все поставили. Рога, сядь на правого моба, убивай ему костя, я на левого сяду. О, блядь. Диспельте тоже с мобов хилки. Я смотрю, скоро на гильдии уже будет 25 уровня. Но не скоро. Ну, я думаю, недельки 2-3. Три недели, я думаю, может быть. Нет, я думаю, меньше месяца. Если мы уровень 11-24 по 25 набили за полторы недели, считай. Больше чуть. Ну да, я покупал значки, а сейчас нет значков. Очень хорошо. Тактика на этого босса очень простая. Будут камни падать, увидите. С завала выходим. Кто вздыхает из завала, получает ГП. Предупреждаю сразу. МТ-шу я. Компот, твоя основная задача набивать агро, чтобы ты был среди миликов, именно среди миликов, вторым по агро. Среди кастеров похер. Так, первый на пул дашь меня, Узи Хантер Дон, потом следующий на пул отдавайте по КД в компота. А, у нас еще Нарзик есть Кимчик. Нарзик и Кимчик, давайте на полу свои в компота. Ну, с полу сразу. Геру сдаем после первого откидывания. После первого откидывания сдаемся потом прожимки ДДшники и добиваем босса. Так, секундочку. Серьезно? Нужно релогнуться. И там до от отошло. Хорошо. Поставьте ГБ, пожалуйста. Не сложно. У меня почему-то камень не создается. В смысле, нафиг я столько мастера? 26. Да кашки нахуй не надо. Мне надо. Ты, кстати, мне подготовил эти... Да, это 26. Это самое, блядь, как его, шаманизм. Кавчик, который я посел. Ну, мне одно РБК пройти, там, купить. Ладно, кушайте рыбку все. Сочки, пожалуйста, попейте. Сейчас я рыбу поставлю. Кушайте рыбу, кто упал. Ну мы его за 27 минут это убьем. За сколько? За 27 минут. А че так долго? Просто у меня еще рыба будет 27 минут.